Всем добрый вечер. Такая небольшая у нас распаковочка. Сейчас я вам покажу еще приколюхи, которые я для кролика насушила, гляньте. Это яблочки, короче. Здесь зеленушка, капустянка красная. И все. Вот она свежайшая, хрустящая. А, ломается как. И ароматная. Это кроличку запасу, как в вакуум. Ну, не в вакуум, а чтобы воздух не поступал. Раз. И классы здесь тоже. А, здесь еще вообще это. Мишенька с папой, когда приехали, привезли мне клубнички. Но так как клубничку еще кушать нельзя, она никакущая на вкус, мама Лена ее кролику насушила. Вот такие красивые, кролик оценит. Ну, это мы ей потом дадим. Я вообще думаю, куда ее переселить. Вот, в общем, что. От Елены у нас, от Галечки. В одних-то потулях я уже хожу. Спасибо, Галечка, размер самое то. Вот, от Натальи. Ну, и от Татьяны тут еще тряпички у нас достались. Сегодня еще приезжали за клопуньей, привезли еще кормика нам, короче, и два больших мешка мираторговских для собак. И вот, и, в общем, всякие тряпочки, не тряпочки, еще цукатики, орешки, в общем, для енотиков. Вот, спасибо огромнейшее. И забрали клопунью, боже мой. Она уже на кровать написала по приезду, но она с перепугу пока что, короче, не поймет, в чем дело. Это жесть. Просто собака 3 года у нас прожила, она так и не приручилась. И это супер героические для меня люди, которые решили подарить ей дом, хотя бы попытаться. Сказали, не вернут, сказали, справятся, но я такого ожидаю все-таки. Не дай бог, конечно, дай бог, чтобы все получилось, чтобы прижилась, чтобы все было гуд. Вот, еще Наташа нам заказала вот такое средство. Универсальное средство для мытья различных поверхностей. О, класс! Вот это очень. Я, кстати, хотела попросить кого-нибудь, типа, ну, вот такие вот чистящие, моющие, что есть в пшикалках именно. Очень удобно. Клетки, например, там убирать и всякое прочее. Вот. Еще вот от Татьяны у нас тут эти тряпочки. От Лены у нас еще и пеленки помимо корма, но уже одну упаковку утащили, потому что нужна она, короче, была, чтобы там упаковку не открывать, коробку. Вот. Кс-кс-кс. Вот там косавчик тут у нас сидит. Кс-кс-кс. Да мой ты косатун. Ой, ой. Видали как? Господи, по нем анатомию можно изучать. Это жесть вообще. А хвост 0,5 метра, наверное. А? Кс-кс-кс-кс. Косавчик. Косавчик. Ты просто косавчик. О, боже мой, какой хвостярище, гляньте. Короче, вообще не передать, каких он размеров. Видео не передает. Ну, реально очень истощен кот, очень худой. Откормить будет шикарно. Я его сейчас силофортом обработала уже. Так что будем наедать бока. Кс-кс-кс-кс. Ищем добрые руки, куняшки. Куняшки, куняшки, ищем ручки, скажи. Думаю, ты сладкий. Сладкий, но с характером такой парень. Ну, хотя мейн-куны они такие есть, в общем. В общем, спасибо всем. Там еще я заказывала лежанки круглые, вот эти бублики пришли. Они шли из-за границы, поэтому шли больше месяца. Вот, 2 таких бублика. И цены такие здесь у нас не найти. Только вот можно из-за границы заказать, но долго идет. Тут у нас кошечка после стерилки. Вчера Алена привезла. Подуспокоилась чуть-чуть, а то вчера билась, металась. Тоже сидит в лотке. Вот, дикарям, видите, ушки понадрезали. Вот, тут я вон яблочки уже сушу, заложила. Здесь у нас дикая кошка, и здесь тоже. Тут вообще бешеная вон, она тоже в лотке сидит. Еще даже не ела ничего. Вот, эту заберут в понедельник. Ну, эти заехали на 10 дней к нам. Ну, тут гелик. Витю пока не принесу сюда, потому что котик здесь. Кс-кс-кс-кс. Опа, опа, сразу. А, ну еще одна здесь за диваном спряталась, такая ручная трехцветочка, тоже после стерилки, тоже на 10 дней к нам приехала. Кс-кс-кс-кс. Красавчик, гляньте, он размером и кошка размером. Боже мой, мне, ну не по колено, ну вот так вот, ниже колена. Обалдеть. Кс-кс-кс. Кищунчик, скелетик мой. Кс-кс-кс. А что ты рычишь на меня?